Задолбал я. Все это тупая фигня, бля. Больная фигня. Так, здесь я взял ее. Для чего C4 может быть нужны? Тут их столько пришло, просто жесть. Такое мясорубство началось. Болты я взял. Тут просто, кроме как гранаты, я ничего не придумал. Самый лучший вариант. Да нет, там можно было их поубивать. Да можно было, но все это было бы проблематично. Вот пришел один барашка. Куда ты побежал, ты, бля? Бери самокат, поехали. Сука. Вернее, побежали. Че, все мы взяли? Да, просто самокат возьми и иди сюда, даже ехать не надо. Это надо. Да я хочу. Быстро. Че? Нет, че ты не это? Хочешь. Ты хочешь копать. Ты сейчас будешь этим. Иди бегом сюда, копай. Я понял. Я буду копать. Не беспокойся. Надо отшиву. Ну, я беспокоюсь. Ты копаешь, а я... 17. Подожди. Да что может быть? Что может быть? Иван, чай тогда вот так вот. Так, нужно сигнальную огонь. А тут что у меня было? Хрен знает что, да? Ну и пофигу, Иван. Я уже не понял, что. Так, бегу к тебе. Не копай. Не ко мне, а вниз туда беги. Ой, я плату нашел. Да задолбало, блин, я поворачиваюсь направо. Пешком иди. Я плату уже не могу брать. Хорошо, пешком. Просто мне взрывный этим идет. Самокат, иди вот тут копай. Так. Надо копать, не мне. Где? Где скал? Вот, вот здесь. Вот, тебе же надо копать. Надо, да. Закоп. Ну вот, я ничего не делаю, я стою. Когда ты будешь копать, они придут. Я буду их отстреливать. Я понял, понял. Просто схавать хочу чуть-чуть. Да ёшкин кот. Сколько мне надо схавать? Чтоб мне было хорошо. И выпейте. Как это тяжело держать себя все время в тонусе. Надо жрать, жрать, жрать и жрать. Откуда ты знаешь, что здесь надо копать? Просто знаю, да, скажи? Тут не бункер будет? На карте отлично. Вон они там бегают. Ну они там бегают. Ты когда копаешь, мой дорогой друг, они всегда будут прибегать. Заяц. Откапывай, откапывай. Да. Я копаю, копаю. Хадштег Винни Пух. Да ё-моё, сколько надо тут копать. Не, ну в принципе, это ж хорошо. Тебе надо, не мне. Да-да-да, я знаю. Да мне все надо откопать, да. Все, что надо откопать.
Надо откопать. Вот там трактор стоит, а он у меня почему-то не отмечен. Наверное, мы там были. Туда походу пойдем. Вот здесь вот мне надо копать. Вот здесь бункер, да? Да, вот это и есть бункер. Здесь его надо отрыть. Мы ну, все на... бункеры сейчас... Наверное, надо все, вход надо. Отрыть, а не все. Да, ну да. Там только дверца, а ты все роешь. А я просто начал вон оттуда копать. Куда я знаю, что тут был бункер? А кто там ходит? Все. Я откопал. Пропуск, блин. Maintenance C. Переводится как бункер. Он у меня сейчас вниз полезет, так. Походу. Ну все правильно. Я вниз полезу за тобой. Слушай, а Вирджиния где? Не знаю, где-то там. И... У меня она живая вроде, ну слава богу. На карте показано, что нормально с ним все. Да вроде все нормально. Так, сейчас это я отойду пока. Я тебя не слышу, нифига. Как там? Слышишь? О, слышу. Вот тут возьми все. Там уже ночь началась, как бы. Как бы. Поспать бы. Ну, сейчас я все возьму. И можно поспать. Там еще что-то есть? Типа не успели построить? Угу. Не доделали. И он застрелился от этого. От безысходности. Угу. Хотя тут вон раковина стоит, видишь, все по фэншую. А мог пить и пить, а? А тут что? А там маленький лут. Мишень опять, батарейки, смола, аккумулятор, который мне нафиг не нужен, и печатные платы, которые мне уже теперь не нужны. Слушай, мне надо ее использовать тогда, да? Как... Тебя их еще до хера будет, используй, конечно. А вот в том-то и дело. Да я и говорю. А у меня только одна техническая броня. Эх. Чтобы сделать себе техническую Иди. Броню, да? Ну, иду. Будет дальше бункер, мы будем в них заходить. Давай спать. Да нет. А, я мышку подвинул, извини, сори. Плю. Дай сохраниться. Просыпаемся, едим и уходим. Да. Кушать. Я бы это сделал. Что ты там делаешь? Для чего динамит можно использовать? Для этих? Для стрел, да? Взрывчатая стрела, которой да, нифига вот нету. Да, побольше их надо делать. Взрывчатая стрела. Липучая бомба. Так. Вот столько этих. Что там еще? Платы. Нужны плата, две батарейки. И стрелы каменные или такая, да? Качплаты, батарейки. А, у меня немного, походу, их. Стрелочек. И все. А то динамит этот есть? У меня пока нету, на выход. У меня три стрелы всего лишь. У меня каменные. Ну сейчас наберем еще динамита. Короче.
Понятно. А что я могу из костей делать? Даже из костей могу делать стрелы? Нет. Из палки могу делать стрелы, да? Вот это да. Вот, у меня есть листья. И камни. И листья. Точнее, перья, а не листья. Фигли. Каменные стрелы или какие? Не имеет значения. Сейчас. Вылазь, давай. А, батареек не хватает, понял, да? Я сделаю сейчас. О, огненные стрелы можно делать. Я и забыл. А я хочу ядовитую стрелу сейчас сделать. Подожди. Это нужен мухоморы. И снежные ягоды. Девочка. Вылез? Нет. Я еще не вылез. А их всего лишь третий. Все. И все. Сейчас я еще что-то поем. Что бы не съесть? Как ты думаешь, что не съесть? А вариантов немного у меня. Как мне это нравится? Ух ты. Ломать? Я ломаю, короче. Сохранялка. Все. А вот и ломаешь. Сохранялка поломал. Да не тебя, не бойся ты. Чтоб ее не было, верно? А что там с револьверами я могу сделать? Да ничего, можешь стрелять. Нет, объединить его могу с чем? А я не могу его ни с чем объединять? Да ладно. Да ладно. Сейчас я кое-что сделаю. Все. Этот сам. Ты уже уехал, да? Ага. Я понял. О, Вирджиния появился. Да, давай мне траву. Она мне алоэ принесла. Понял, да? А тебе нет. Я вон тут на это приехал. На аборигенский лагерь. Там нет никого. Тут есть ящики. Ящики это не показатель. А, начинается. Тебе не нравятся тряпки, кости.
Ой, я что-то вообще не туда поехал. Почти. Короче, в сторону берега потихоньку едем. Я еду тут по этим. Ну вообще-то. Я не в сторону берега еду, я уже приехал к берегу какому-то. О, мы тут когда-то были. Мне приходится объезжать, короче. Тут хороший лагерь, тут их очень много. А, ты по дорожке едешь? И направо, да? С этого упало чем? С этого ничего не упало. Ты размотал, как я помню, всегда. Только из всего. Ну, не совсем. Не... Баба убежала. Прибежит сейчас. Вон она. Вот сумка здесь лежит. Один. Да дай мне стрелу, собака. Ты вынес их? Ну вот. Ну, почти всех, да. Тут чемодан, ну, видишь, как... есть, две батарейки. Тут взял сумку, здесь есть. Сумку взял? Тут сумка была. Вот тут, около этой палатки, да, я взял. Я батарейки в воздухе ловлю, понял? И вот тут сумка еще была. Взял, вот тут чемоданы открываю, видишь, бери, иди. А, да, вот. Хорошо. Сейчас пойдем в финальную пещеру. Зачем в финальную пещеру? Ну, мы ее проходить не будем, не бойся. Я не боюсь. А что, больше нет, что никаких пещер? Валом. Пойдем. Ну, ты именно просто хочешь в эту пещеру? Нет. А ты, а где твой самокат? У меня. Мой вот здесь вот стоял. Его нету. Вы где-то вот здесь. Только непонятно, где их. Вот он. Упал. Угу. Че, куда ехать? Тут берега. Там ничего такого не будет, не бойся. Да я не боюсь. Чего мне боится? Как мне нравится это медленный этот. Стою, жду тебя. Че, тут ничего нету? Тут только чемодан.
Так, аптечки уже не берутся. Что такое? А, вот. Батончики. Мне нужны батончики. Надо один схавать. Это сама. Такая тема. Да как скажешь. А то что ты этот хрум-хрум уже. Уже я тоже жрать хочу, я вам тоже бутеры точу. А, ну видишь, что ты делаешь? Тут вот аптечка была. А что это такое? Зайка тут вот под фоном. Фонарем. Бумажка, короче. Короче, я тут стою, тебя жду. Вот тут. Ты направо повернул? Ну да, ты видишь, иди на меня. Это комната нашего отдыха. Комната нашего чего? Граната. В нашей Вирджинии. Ага. Вот она что-то написала тут, наверное. Угу. И вот тут записка. Можно поспать, сохраниться. Дальше. Да я сейчас это сделаю. Чем мне дальше-то? Дальше, не дальше. Это называется на всякий пожарный. Ух ты. Бумажка это... вот здесь, перед стойкой вот здесь. А сколько у нее костюмов, я не помню. Перестойки, где перестойки? Тут я смотрю, тут нифига нету. Поднял у этого поднял, чувака бумажку? Поднял, поднял. Ну все. Ну, тут ничего нет, идем сюда. Что-то рисует тут. Вот тут книга. Они такие все верующие, смотрю. Про Тими. Книга про первую часть игры. А, да? Видеокамера. Resquad. А где видеокамера? Там на входе. Вот здесь, короче, дюпла. Я, видимо, все камеры собрал. У меня ачивку дали какую-то, непонятно. Блокбастер. Понял? Динамит уже не хватает. А, нам знаешь, куда надо будет прийти? Там, где гитара. Вот в эту. Понял? Где гитара? Где была гитара, ёп. Зачем? Да я огненные стрелы делал, а у меня нету палок. Не нужны тебе огненные стрелы. Почему? Почему они мне не нужны? Делай взрывчики, вот поверь мне на слово. Пригодятся. Блин. Огненные тебе не помогут. У меня бутылка этих полно. Ну и нахер они нужны. В смысле нафиг они нужны? Ну и не нужны они тебе. Ну это ты так просто говоришь, что они не нужны мне. А сколько нужно стрел? 4, да? Понятно. Взрывчатый. Я не могу взрывчатый, у меня нету стрел, потому что... А и мне, походу, взрывчатая не нужна. Так, ты вот тут камеру поднимал? А, да. Молодец.
О, я могу шоковые сделать. А как я их могу сделать? А ну-ка, подожди. У меня сколько стрел-то? Я не могу. У меня 4 стрел. А чё не показывает, что типа бараны? Тут вот плата будет. Я угадал. Я снес и сделал плату. А, подожди. Я хочу посмотреть все. Чего тут вот есть? Бутылка несчастная, которую я не пользуюсь. А вот тут что-то лежит. Записку тут брал? Вот записка лежит. Вот видишь, куда ты бежишь? Не помню. А куда? Хуй его знает. Хуй его знает куда. Куда? Сохраниться же надо. Тут нет ничего. Да сохраниться ты сохранишься. В смысле, вот бумажку здесь. Ты взял бумажку тут? Я взял ее. А, видишь, ты взял, а я не взял. Только что. А я только что ее взял. А, вот только что взял? Да. А вот тут что находится? Ничего, да? Видишь, у них тут кинотеатр есть. У них все тут шик и блеск, оказывается. Так, тут ничего нету. Так. Видишь, вот это висит, чувак. Чувак висит. Иду я... Камеру бери. Ты вот тут камеру взял? Камеру я-то взял тут вначале уже давно. Всё, иди сюда. Вот я ачивку получил за это. Тут тряпочка, тряпочка, тряпочка. Записка. Патроны. Лекарство. У меня же теперь еще одна кастрюля есть. А, вот можно сохраниться, поспать. Ишь. Нам сейчас обратно выходить. Получается... Ты откуда это? Ты что-то включил? Нет, тут Тимми разговаривает. Я жду тебя. Бильярдная. Тут просто... Тимми стоит и болтает. У нас есть разговаривающая голова. Но сейчас да. Я все возьму. Точнее, сохранюсь. Его зовут Тимми Леблан. А, да, я помню. Он в матрице перебывал слишком. Ты его тогда дергал, что-то не помнишь, что ли? А это он, что ли, оторвал это? Он стал этот, скучно, он оторвал целую плиту. Да? Где не он? Не знаю. Иди вон, разговаривай с ним. О чем я с ним разговаривать? Он веселый. Подойди к двери и нажми рукой на дверь. А тут что? Ничего. Тут больше ничего нет, понял? Дверь открывай. Бутылка. А он что-то сказал, почему он теперь ничего не говорит? Он сейчас с тобой будет разговаривать, не переживай. Чё у него с рукой? No. No, we're missing something. Он какой-то ненормальный. Ключ карты, не получается. Открыть не получается. Дубль 2. Это самое. Будь добр, отойди, вот там бумажку подними. Просто бумажку вот ты сюда поднял, зашел, бумажку тут понял. Он что-то начал говорить, и он быстро как бы переключился с этого. Ну ничего. Вот тут я поднял, взял, поднял, все, поднял. Пошли. И он тут будет стоять как дурачок, что ли? Да, можешь сохраниться, идем на улицу. Это не пойму. А вот получается та сцена уже с нами была, да? Где мы типа его пропускали, нет, защищали. Как нет? Нет, 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 все впереди еще. Подожди.
Мы не можем, у нас есть золотая броня, но мы не можем пройти, нам нужно улучшить ее. А я как понял, она походу не разбивается, наверное, да? Да я понял. Ну, она разбивается. Даже если она улучшенная? Угу. А и она в другом месте, ее можно понять, эту золотую броню? Я просто видел, что она... Нет. Значит, ее переместили. Сначала она была в этом, в каком-то бункере. Сейчас она в самолете. Ну, в этом. В космолете, а не в самолете. В космолете. Да это я понял. И, короче, все время надо за ней приходить, если тебе, ее размотали. Прикольно. В теории, ну, да. Нет, может быть, ты не договариваешь что-то. Я думаю, она не ломается. Когда я ее одел, вот она у меня сейчас одета, у меня тут показана полоска этой брони. Может, ее, возможно, восстанавливать как-то? Ладно, пофигу. Думаю, что да. Наверное. Не знаю, но сейчас мы ее будем улучшать. Мы сейчас придем в какой-нибудь лагерь аборигенов. Нам там полегче будет, пока светло. Бери свой самокат. Мне интересно, почему я револьвер не могу улучшать? Да потому что, да? Самокат мой. Улучшать в смысле? Поставить на него прицел. Нет, это не получится. Да? А почему? Ну вот так. Ну я понял, что он просто вот такой вот. Это я уже понял. Там вон лагерь у них есть. Да, только за мной не езжай, я тут вляпался уже. Во что? Ну, утопил свой байк. Дальше теперь его выпить. Ой, и у меня чуть-чуть съехал. Ну чё, делаем как ты? Делаем грязь. Разносим этот лагерь и рядом следующий. Так, этого монстра пока не распечатываем. Не распечатываем. Привет! Я думаю, мне надо слезть с этого самоката. Такой ты веселый, слушай. Барашка. А чё будет? С ядовитостью. Дай ему с ядовитостью силу прямо в башку законтачивать. Вон, видишь, застрял. Все, он спать пошел. Ну, конечно, не попасть с этого... Смотри, сидит тут. Чё с ним? Где? Он не сидит. А, ты его уже уложил, да? Он взорвался, да. Вот он бежит. А это она. А где эти чуджбеки остальные? Веревка. Все вроде вот тут. Веревка. Патроны здесь вот. Да. Консервная банка мне не нужна. Сумка. Сними еще красный патрон вот здесь. Вот патроны мне некуда класть. Я понял, забрал. Сумка. Это вот ты размотал, да, как я понял? Понятно. Ну ты, блин, с катана прямо сразу начинаешь гасить по полной. Так неинтересно. Почти. Ну как интересно, сырая устрица. Ешь. Не, ну вот, потому что она сварится, да? Я бы хотел сделать себе протеинный коктейль, но это же надо варить, это же все долго, ё-моё. А у меня мяса нету. Надеюсь, успею съесть её. Сижу, вот жду, еще сырая устрица. Ты... Я просто смотрю. А вот сырая устрица. О, не могу есть, я туда и съем, точнее не могу взять. Тогда буду есть. Я просто беру все, что есть. Будем разматывать их потом, да? Кого? Ай, дай, слышит, дай я в голову шибану с этой. Давай, давай, я стою и жду. С этого, с ядовитой стрелы, хочу посмотреть, что будет с ним. Что с ним будет, интересно? Не дергайся. Знаешь, что с ним будет? Как я понял, ничего с ним не будет. Зеленеет. Позеленел, да?
Не знаю. А шоковый, чё ты шоковый будем? Смотри, сейчас он начнет. Ладно, короче, я это... Мочим его, мочим. Все, его загасили. Давай. Бери. Раз, два, три. Нажимай. Ты что, тут долго нажимаешь? Когда я говорю три, значит, я уже беру. Я уже не могу отменить это, понимаешь? Раз, два, три, бери. Прибежал какой-то чуджбек. Она его вынесла, слышу, вообще нормально, прям бах-бах. Она двоих. А где другой? А. Все, он тоже отдыхать пошел. Пошли, а, он еще не отдыхает. Фига, он в броне. Он без руки. Бери свой. Без руки, самокат. Без ноги, и у него все хорошо еще. А, вот подожди, тут есть черепашки панцирь. Где? А нам возьми. На следующую надо. Надо все. Вот я еще не взял, вот видишь, веревку еще не взял. Давай, лутайся, и вон следующие два дыма там. Вот по. А, это консервы ее. Вот этот. А, че ты ящик не убиваешь? Вместе за тебя надо делать, блин, раз ты такой скоростной. Я хочу по светлому туда доехать и их отбить. Да сейчас понимаешь? Доедем, все, сейчас будет их. Ну хочешь, гони, лепи их. Я сейчас подгоняю, получается. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Чайка. Кря-кря-кря. Ёптой, тут Игорь откуда взялся? Я не знаю. Мне надо похавать, попить. То я уже не совсем энергичный, не совсем энергичный чувак. Я лечу за тобой, там касатки, киты. О, тут сейчас начнется весело. Так, ты... Чё, а? Нет, ты полежи лучше. Всё, прокачался? Тут где-то есть ноги, руки тут, блин. Тут где-то должен лежать сумка. Вот она. И вот сумка. И хлопья. Хочешь хлопья? Чё, кого ты там палишь? Братан, рацию выруби. Ой. Какой ты, я смотрю, быстрый. Это Игорь. Игорь, стой. Куда ты, Игорь? Слушай, а чё будет? А как посмотреть, сколько у нас на сервере? Ничего себе, он бронированный. Сколько у нас на сервере? У нас 8 человек. Сейчас, куда ты убежал, скотина? Нас двое сейчас. Это я могу посмотреть. Нас двое, и чё? Этот урод убежал. Словил пару пуль. Такой, типа, все нормально. И убежал. Ты зажигаешь, типа, о, до брони вернулся. Вот тут тряпки валяются. Там стрела еще лежит в ящике. Нам нужно будет очень много костей. Дай я сделаю. Тут кто-то бегает?
Игорь прибежал. Сейчас я Игорю. Игорь, куда ты, сука, побежал, блин? Урод, все бегает и бегает. Бери кости, я кости взял. А я уже мне не нужны кости. Мне нужны эти. Скорее будет веревки нужны, нежели кости. Ты что-то бьешь кого-то или что-то лучше? Я готовлю красомет, тебе нужен мне будет сейчас. Так, нога мне не нужна. Так, я тебе отправляю камни. Начинай строиться. Строить что? Ну, то, что там я поставил. Подожди. Ты мне мешаешься, а? Я? Да нет, тут дерево. А я не дерево. Это Игорь прибежал? Она, блин, прибежала, увидела, что я этот... Что мы их, походу, снесли их. Нет, я вот сумку еще нашел. Я уже сумку не могу брать, потому что у меня их дофига. Надо открыть. Походу кто-то прибежал здесь, или это ты пускаешь что-то. Ты их тут сжег, а я... Он понял, что неинтересно со мной, походу. Сражаться их. Не знаю, о чем он там думает. Уже темно становится. А это она. Ты лодочку что ли делаешь какую-то? Непонятно. Ты че, собака, сучковая? Блин, надо очень много камней. Задолбал, отвечаю. Бегать, бегать, тут не нравится вообще, из пятишка глупить ее, как не знаю кого. Все, все, ставь камни. Я кости жёг тут. А я их собрал. Ну, а как их? А у меня их нету больше.
А у меня их нет. Мы же убиваем кого-то. Блин, тут... А где он? Я хочу у него кинуть. Еще живой. Слушай, дай попробую я его размотать. Вдруг он мне засветит. Что, сжигать надо? Тут ящик оказывается. Вот кость. Мы что, в другое место прибежал я или нет? Не, мы в том же. Ты сжигаешь их? Ну, одного я сжег, вот жду кость. Сейчас. Несу тебе второго. Я собрал. А, ну, так я его и так, и там мог сжечь. Да понятно. Какой-то другой тут место. Да, это рядом соседний лагерь. Тут, кстати, вот тут беги, посмотри тут. Всё. Я устрица хава. Я тоже уже сожрал парочку. Пока что. Опа, энергетик не могу носить. И... Так, если тут кости есть, я не могу уже, по-моему, собирать их. Да, вот тут возьми кости. А ты их расставь и собери. Ладно. Сейчас я подойду. Мне надо просто собрать все. Все, что у тебя есть. Нет случайно аккумулятора? Наверное, есть. Консера? Нафиг не знаю. Пошли. Иди поставь аккум. Сейчас. А, так, тут нифига, походу, больше нету. А, ну, короче, походу, не сработает. А ты тут ящик не открывал. Тут брезент. Брезент мне нужен. Давай поспим. Веревку нашел. Давай. Братан, ну по ночи чё лазим? Давай поспим чуть-чуть. Я уже вроде все собрал. Вот панцирь ну, есть. Не могу носить. Одним соберешь. Давай, я уже все собрал. Что мне надо? А, вот. О, веревочка еще. Вроде все, короче. Ой. Извиняюсь. А, вот тряпка. Вот тряпка. Тряпки. И все. И все. А я бегу к тебе. Где ты, говорил, кости тут? Вот ко мне просто беги. Нам поспать надо. Поспать сначала, братан, по ночи сейчас аборигены придут. Спим. Да, сейчас бым будет. А, нет. Тихо, не ломай. Одень броню золотую. Зачем? А где кости-то? Тут делай, что говорят. Спрашиваешь зря. Смотри, тут... Тут нормальный человек. Или это не нормальный был человек? Я могу золотую сжечь. Золотую броню одень. Ой, блин, одеваю. Ой, ладно, бегай, я пока покурю. Я одел. Ну что, иди положи ее теперь. О, дай мне кость собрать сначала, я броню себе другую сделаю, ё-моё. Вася, положи броню. Тут вон ящики есть, ё-моё. Я собираю ящики. Дед, слушай, вот как с тобой тяжко, потом. Положи броню и иди собирай ящики. И будет заморочка, блядь. Чё ты мне мозги выносишь? В смысле не положи будет? Броню. Положи броню. Куда?
Ну куда? Что мы делали? Вот сюда, клади. Какой ты этот, бля? Вот, клади броню. Положил. Клади. И она станет священной, типа? Господи, салафит сюда складывай. Ну пипец, пипец. Древняя броня. Салафит? А, вот с другой стороны, ты бы мне сказал, куда складывать. Сложил. Молодец. Колдуй бабка, колдуй дед. Колдуй голый пистолет. Ага. Фига у него. Зеленые глаза. У него они не то чтобы зеленые стали, у него какие-то шарики в глазах появились. Маленькие глаза образовались. Понятно, да? Ну. И что, надо запустить? Вообще я запускаю. Да. Очуметь, очуметь. Я пошел. Куда? А, бля. А я чё, я ничего, мне тут это... Чё ты тогда мне эту лапшу на уши вешаешь, еб? Лапшамёр называется, еб. Ты поел лапшу Равшана? Идут, идут, идут! Да я вижу, что идут их. О-о-о. Аешка! Да что ты сделал, блин? Я Аешку хотел... Аешку дал! Нет, правильно сделал. Я тоже бы хочу это... Хотел бы взорвать. Аешка! Гранаты! О! Отойди! О, харе, 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 надо поднять ее. Да, 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 а этих я уже добью так. Сзади. Да куда ты стреляешь ему? Такой щенка, вот он никуда не стреляет его. Я этого вынес. Все, 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 все. Да все, все. Я вижу, что быстро все. Этого берем. Раз, два, три. Нет. Давай, так, раз. Раз, два, два три. Три. Берем быстро еще один большой. Всем прикол. Давай этого берем быстро. Он исчезнет. Раз, раз, два, три. Три. Где идем еще? Идем помогать нашей девочке. Вон он, вон он, вон он, вон он. А. О! О, твою мать. О, нифига себе, что пришло. Тут не обойтись, ё-моё. Без револьвера их. А, блядь, вынес меня. Сука. Аккуратно. А! Да ё-моё, перезаряжай, хрен ты поднимаешь руку их. Третий раз. Это, а с этой нормально все? Он на меня прыгает. С ней-то нормально все, она убежала? Да вроде бы. О, он кайфует. Все, ё. А, нет, ну все. Она офигела вообще. Чего-то он не хочет это. А, он все, с ним все, все, все. Не трогай. Ой, его, он должен упасть. А я все убью, добью. Куда? Раз, давай. Два, три, наверху. Где-то? Готов? Раз, два, три, давай, три. Берем. Эй, я нажал тоже. А, все, успел, успел. Успели. По сторонам, где-то тут еще был. Тут, не знаю, тут я брёвна нашел. Вон там внизу, я знаю. Это. Ну пошли вниз, вниз тогда. Во, вот, вот он внизу. Раз, два, три, готов. Давай, раз, вот. Раз. Два, три, поехал, нажимаю. Поехал. И теперь с этого большого.
Вот этого, да, давай. Раз, два, нет, три. Не готов. Давай, нажимай, 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 нажимай. Нажимаю, нажимаю. Этого 5 брони будет. Да? У меня лишние, сейчас я подниму. Улетели вот сюда вот. Куда они улетели? Они куда-то сюда улетели у меня. Вот тут смотри, значит. Блин. Куда-то они улетели. Они у меня вот сюда куда-то полетели. А как они выглядят? Типа уже... А, вот. А, нет. Я не знаю, короче, куда-то улетел. Не могу найти. Броню свою забери, пожалуйста. Надо одеть мне эту ужасную броню. Ты бы не сказал, я бы сначала ее одел, что ли. Сейчас заберу, я хочу найти эту все равно. А где-то здесь Господи, должна быть. Как это делается, а? Что делается? Блять, куда она делась, сука? Ладно, короче, пофиг вообще. Я по барабану это даю. О, она золотая стала. Все палочки забрал. Можешь достроить? Какие палочки? Ладно, я сам. Какие палочки, не скажи, я дострою. О, я съел сырую устрицу, походу. Бывает чё. Появился какой-то негодяй маленький. Ставлю. Ты можешь достроить, нет? А нафига ты это тут достраиваешь? Да я ее сломаю потом, попить надо. Тебе воды дать попить, что ли? На тебе энергетический. Не строй, не надо, не строй. Палок у меня пока нету, надо собрать палок. У меня нет палок. Ладно, я соберу. Попросил бы, сказал бы, я тебе дал бы энергетический напиток. Вот палка, раз. Вот два. Откуда здесь бревна, не могу понять. Ты чё, ё-мо? Всё-таки ударил по мне всё равно. Такие они быстрые вообще, я смотрю. Вот палка, вот. Вот, вот, вот.
Все. Палки собрал. О, это ежевика. Ах ты маленькая тварь. Че ты уже достроил? Смотри, что я буду делать. Будешь протеиновый коктейль? Нет. Нет. Пока нет. Пока нет. Это тебе водички попью. Пожалуйста. Так, ну, чё? Смотри, мы тут можем? А, не сможем. Во! А мы тут спрячемся? Хер мы тут спрячемся. Нам нужно вот сюда сбегать, вот рядом. Можем сходить с тобой? Я салафит выложу сейчас. Этот. Давай. Этот, как его? Да пошёл ты, откуда ты взялся? Да-да-да. Они такие. Опа, а у меня нет салафита. У тебя есть салафит? Вроде есть. Но у меня может быть только 8 штук. Положи. Понимаешь? Здесь. Понимаешь? Блин, салафит. Мне все-таки интересно, куда исчезла броня? Какая? Когда я с этого нафиг, она у меня прям выпала, я ее видел. Она у меня из меня вылетела. Вроде сюда в песок упала. И все ее. Ладно, без разницы. Я-то положу. Куда послафит? Вот в этот в ящик? Да, да, вот. Но у меня. А у меня две штуки все же было. Две штуки. Все, больше нету? Не. Пошли. Куда? А, вот туда. Так, давай мы. Блин. Давай по-быстрому бери свой салафит. Где он салафит твой нафиг? И в пещере надо тормознуться. Ну вот, вот тут. За оградкой. Ну и что, ты хочешь его положить сначала или что? Я его вообще хочу взять. А потом что? Вот тут. Будто сколько. Батарейки. Еда, вода. Мы тут были, короче, я помню, да? Или нет? Не были мы здесь никогда. Не были мы здесь никогда. Нет. Этот самый. А где тут батарейки твои? Палок-то нету, палок. А где тут? Собираем салафит. Батарейки трос нельзя больше, ничего трос. Можешь там салафит собрать? Не, сначала лут соберу. Теперь собираю салафит. Мне сначала его добыть. У меня лично прям вот при мне закончился. Сейчас ты собираешь. Я смог там собрать 8 салафитов. Я не знаю, сколько ты собираешь. Я вот разломал эти две штуки. Нашел тут патроны в ней почему-то. Я патроны с меня выпали, я сумку открыл. И салафит у меня всего лишь 7 штук. Что, пошли. Вот. Что ты хочешь? Ты хочешь выйти на минутку или что? Я не пойму. Ну вот. И я в плане того, чтобы встать как-нибудь так, чтобы нас не били, если не выходить. Или выходить. Нет, не это знаю. Не получится. Лучше проще выйти. Ну, выйдем.
Вопрос. Давай пойдем по хабам. Я тоже с удовольствием пожру. Как раз потом начнем. Ты-то себе сделал броню, ты-то с ней пройти можешь, а я нет. Да блин, мы что сейчас будем проходить, что ли, игру уже? Нет, ты не понимаешь. Что нет? Что я не понимаю? Потом я случайно ее одену нафиг, мне ее снесут, и придется все эти действия делать заново, понимаешь? Ты же сам говоришь? Или ты хочешь пойти двери открыть? Заморачиваться вот так, что ты хочешь? Нет, братан. Мы просто все поэтапно. Ну вот мы идем по этой... Это было не поэтапно, на самом деле. Когда мы туда сходили. Мы идем по этой стороне острова. И мы здесь все собираем полностью. Мы здесь...